свет выключайте. А мама скоро? Ну, да, сказала, что скоро. А там кто его знает, когда мама? Мама, быстрее! Ну зачем быстрее? Хочу, не надо быстрее. До дома сделаешь распаковку. Дома? Да. А до дома много ждать. Мама долго в магазине шарится. Шарится? Мама у нас любит по магазинам пошариться. Давай сейчас распаковку. Какая сейчас распаковка? Ну, дома. Маму подождем, приедем домой и дома достанем камеру. У меня тут камеры даже нет. На телефон снимешь, не бойся. Тут темно. Свет включишь, нормально. Нет, не нормально. Вреден. Чего я вреден? Я хочу снять вот это. Сейчас уже вон мама идет. А где мама? Да на кассе вон стоит мама. Где? На кассе. Где? На кассе, я ее знаю. Где мама есть? Я не знаю. Где-нибудь рядом с землекопом. Да вон она беленькая стоит на кассе еще. Вот папа, смотри. Помнишь, мы вот с тобой смотрели вот это смешно? Землекоп. Такая мама говорила. Землекоп, сына, это... А сына отвечал такой. Ну? Землекоп, это земной коп. Земной коп? Да. Который на дорогу стоит. Точно? Да. Ты ничего не путаешь? Ну, он сказал, это земной коп. Вот есть землекоп. Землекоп — это тот, который копает землю. Да? Да, который раскопки. Идеально. А другой, есть другой дядя, который называется копом. Копчик. Тот, который носит, тот, который за дорожным движением следит. Точно. Пропускает, если у него, у дяди есть, проверяет его сначала, пьяный он или нет. Ну, если у него документы за то, что он может ездить. Точно, точно. Вот такой вот и такой. А есть... А вот этот вот мальчик сказал, типа, то, что землекоп, это тот... Земельный полицейский, да? Нет. Это земной полицейский. А, земной? Да. Он сказал, типа, то, что землекоп, это земной коп. Вот видишь, москвич. Сдавал назад. Какой? Вот видишь, мигает. На аварийках стоит. Сдавал назад. А в него въехал каршеринг. Да? Вот эта вот белая машинка. Видишь, у нее фара валяется. Телепается. Ага. Знаешь, что говорят? Вышли и говорят москвичу. Что? Давай нам 5 миллионов.
Они же виноваты. У них и на регистраторе видно, что они виноваты. Наглые, потому что каршеринги. Вот этот, который дядя в машине сидит, а тетя на улице, да? Да, эти не виноваты. А вот те, которые сзади въехали... Они виноваты, да? Да. Видишь, какая хорошая вещь на москвичей? Это фаркоп. Фаркоп? А это что такое? Фаркоп? Да. Это такая штука, к которой прицепляют маленький прицепчик. Круто? Нравится? Да. Ро-е-си. Там написано было Ро-е-си. Где Ро-е-си? Ну вон, на красном написано было. А-а-а. На табличке. Вон. Сухов. Орехи. О. Орехи. Восточные сла. Сти. Ты уже читаешь вывески? А должна была раньше начать читать вывески. Чего не читала? Восточные сладости. Орехи. Орехи. Ты пристегнутая? Вон мама идет. Отстегнутая. Отстегнутая? Пристегнитесь. Сейчас четко будет. Спасибо. Земляков — это мамин коп. Мамин коп? Да. Ну, не знаю, не знаю. Че, багажник не надо? Это вот истерика началась. Где? Мама, а у тебя деда? Истеричная. А ты, блядь, тебя... выехать теперь. Мама, у тебя деда. Ой, Гена, вернее. Он у тебя кем работал? Шахтером. Шахтером? Да. Который назывался землекопом? Нет, не землекопом, а шахтером. Так, буду выезжать назад. А что он добывал, мама? Уголь. Уголь. Прикинь. Шапку снимите, пожалуйста. Шапку снимите. Они стоят тут еще с утра почти, практически. Что, серьезно? Да. Уже приезжали с этого телемобиля. Сказали, что это вы виноваты. Ну, вот этому москвичонку сказал. Москвичонок не виноват. Москвичонок сдавал назад. У них на большой скорости въехали эти товарищи. Так, а Белимобиль кому сказал виноваты? Тем, кто арендовали машину. А-а-а. Нет, не тем, кто арендовал. Ну, хорошо, а этих ментов не было, да? Ментов ждут. Те из Белимобиля въехали в фаркоп и говорят, вы нам давайте 5 миллионов. Он говорит, вы чего, вообще херили, блин.